Black Shark или Barracuda – это бронированный автомобиль с колесной формулой 4×4 для широкого спектра специальных операций полиции и правоохранительных органов. Модель Black Shark построена на шасси тяжелого грузовика Mercedes-Benz Unimog 5000, обладающего мощными и внедорожными возможностями. Black Shark имеет специальную внедорожную конфигурацию 4×4 с четырьмя боковыми дверями и одной задней дверью для выхода десанта и вмещает экипаж до 12 бойцов, помимо водителя и штурмана. Благодаря своей маневренности и идеальной устойчивости «Черная акула» доставит полицейские войска через опасные районы под максимальной защитой. Black Shark оснащен системой Run Flat Shin, высоким дорожным просветом с портальными осями, колесным приводом, тактической лестницей с гидравлическим приводом, системой кругового обзора, автоматической системой пожаротушения, кондиционером, системой помощи при парковке, системой тепловизионной камеры и перископ с бронированным стеклом. Машина оснащена броней для защиты от выстрелов калибра 7,62 мм. У бронемашины нижняя часть корпуса защищена от гранат и мин. Автомобиль оснащен четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом, максимальная мощность которого составит 218 лошадиных сил. Бронемашины Armor Kavica построены на платформах шасси тяжелых коммерческих грузовиков. Это позволяет осуществлять гарантийный ремонт, техническое обслуживание и замену деталей на шасси автомобиля у любого количества дилеров, центров грузовых автомобилей и розничных магазинов запчастей. Машина находится на вооружении силовиков Южной Кореи и Индонезии.